Сегодня мы вам расскажем об устройстве подъема колпачков ФПК-1. В автоматизированных линиях розлива, моноблоках или триблоках для подачи крышки используются специальные ориентаторы, расположение которых не всегда удобно для работы оператора. Поэтому мы разработали УПК-1. Устройство для бесперебойной подачи колпачков в ориентатор. Устройство легко интегрируется в линии розлива как нашего, так и сторонних производителей. Принцип работы крайне прост. Крышки засыпаются в приемную емкость. Дальше по транспортеру поднимаются к ориентатору. Ну а теперь давайте начнем работу.